Эй, усап, меня зовут Флэк Джик, и добро пожаловать в игру под названием No Man's Sky. Так, ребята, я сразу хочу вас спросить, хотели ли вы вообще прохождение этой игры? Хотите ли вы прохождение этой игры? Потому что, ребята, мне нужно знать, хотите ли вы этого. Давайте наберем хотя бы 500 лайков, чтобы я знал, хотите ли вы этого точно. Потому что отвлекаться на какое-то новое прохождение, проходить что-то новое, а также терять 2000 рублей я не очень хочу. Поэтому я надеюсь на вашу поддержку, ребята. Если хотя бы наберем 500 лайков, я продолжу обязательно снимать No Man's Sky. И серии будут, ну, через день, либо каждый день. Потому что мне помимо этого еще нужно Overwatch и Starbound снимать. Поэтому вот так вот. Поэтому, если все же хотите, ребята, поставьте большой палец вверх. Если наберем хотя бы 500, я продолжу. Если нет, то, увы, верну игру. Вот так вот. А, окей, тут нужно вот так задержать. Запущена инициализация костюма системы. Нужно немного еще и звук подровнять, потому что слишком громко. Система жизнеобеспечения включена. Хорошо. А просто... Кинетический щит активен. Кинетический песок, так. Вы просто очутились на какой-то планете, как я понял. Сканер поврежден, требуется ремонт. Хорошо, мы все починим. Только небольшие пролаги я все же чувствую. Хорошо. Без проблем. Мультитул и расщепитель активны. Ага. Планета Эвкелидова галактика, вы совершили это открытие. Ядерная планета. Очень сложно. Так, сразу лезем в настройки, ребят, потому что графика. Вот, я хочу настроить. Поле зрения при полете. Что-то вообще не понимаю, почему. Макс ФПС, почему он 3. Что? Вы. А, ну вот. Тут просто задерживать надо, типа. Все, Макс. Вот. Ну ладно, это пусть такие будут настройки у нас, ничего страшного. Хочу немножко звук, звук. Пусть у нас музыка где-то будет на... Ну ладно, пусть будет на 30, и звуковой эффект пусть тоже будет на 30. И хотел бы, ребята, самое главное, что мне в игре не нравилось, всегда не нравилось в таких играх, это поле зрения. Я всегда обожаю большое поле зрения. Вот прям огромнейшее поле зрения, чтобы я видел все. Вот. Ну, более-менее сейчас нормально, но почему вроде настройки не применились? Это очень странно. Да, настройки не применились, я просто даун тупорылый, который не умеет настройки применять. Может, если фоув будет у нас фиговый, то вот применить. Все. Вот! Вот игрулька-то пошла, ребята, смотрите, все. Чувствительность немножко добавил бы и все. Ну, так, в принципе, нормально. Вот, обзор хороший. Вот этого я и хотел. Вот, что мне на музыка не хватало. Обломки, что здесь у нас? Кажется, что реальность накладывается сама на себя. В какой-то момент я вижу обломки, затем огромный красный шар, почти слишком большой и слишком яркий, чтобы посмотреть на него. Ему известно обо мне все больше, чем можно мне можно было когда-либо узнать о себе. Может ли это быть лицом самого творения, или мной манипулирует это? В этом затуманенном состоянии, когда сознание только проснулось, у меня в голове пылает название «Атлас». Я чувствую бессловесное требование следовать по пути, которое эту сущность, это «Атлас» проложила для меня. Ну, давайте. Я чувствую, как меня наполняет теплый свет от обрения. После ощущения потерянности возникает понимание, что тебя нашли. «Атлас» признает мою преданность, и я чувствую уверенность, что совсем скоро он проявит себя. Окей, я понял, что у нас тут. Так, поврежденный механизм. Открыто, так. Это на тап у нас инвентарь открывается, как я понял. Так. Я понял, это все чинить как-то надо или что? Сейчас, тап. Экзокостюм. Вау. Так, а чинить как это? А, вот ремонт. Вот у нас есть лискарита. Может быть, нам еще нужно как-то лискарита? Я вообще не понимаю. Ладно. Что-то взяли. Взаимодействовать. Взаимодействовать. Ничего не делает. Так. Требуется Атлас Пас. Что? Оксиды какие-то. Защитный осколок.
Сфера концентрации. Что тут еще есть? Так, Shift ускоряться. Окей, я понял. Воу-воу-воу, полегче No Man's Sky. Полегче No Man's Sky. У меня радиация, короче, это. Телепортируйте звездолет, что? Могу как-то... Телепортируйте в... Я понял. Я все понял, что вы хотите от меня. Мультитул. Мне вот это, видимо, как-то зарядить надо. Ремонт. Цин какой-то добывать. Так. Вот это мультитул, как я понял, да? И что? О, железо! Я понял. Вот так у нас и добываются ресурсы. Углерод. Давайте добывать. Мне кажется, что все равно чуть-чуть громко. О, как долго мы железо-то будем теребить. Давайте все сейчас звуком еще немножко поиграемся. Чуть-чуть звуковые эффекты мы... Нет. Это, конечно, слишком мало. 20... Вполне нормально. Во! Все нормально. Но для чего нам железо? Так, отремонтировать взлетный ускоритель. Здравствуйте. Тихо. Кто это? Ладно. Они меня просто... Что вам даст, что вы меня сканируете? Зачем? Так, отремонтировать... Понял. Давайте вообще залезем в наш корабль. Это очень странно, что пролагивает немного. Взлетный ускоритель, критические повреждения. Лист корита. Окей. Чтобы нам сделать лист этот. Что нам нужно сделать? Так, стоять. Вот, создать продукт, лист. А, железо. Так, сейчас. Да блин, не то. Да ё-моё, я путаюсь в инвентаре. Так. Ну. Все, ремонт. Взлетный ускоритель. Все, готово. Итак. Импульсный двигатель. А что, я не могу без него взлететь? Окей, я понял. Геради, лискарита, цинк. Геради, все, сейчас мы это найдем. Во-первых, мы еще больше не можем лист сделать? Окей, сделаем сейчас еще один лист. Так, дратуты, дратуты. Вон железо. Вон сколько тут железа. Ох, ну это железо, конечно, долго будет. У меня еще перегрев этой моей машинки. Оказывается, может быть. Вот, она перегревается. Ну-ка. Ну так, чуть-чуть. Так. Воу-воу-воу-воу. Нет, мне это определенно не нравится. Нужно будет какие-то настройки понизить. Но все равно игра такую стилизацию имеет. Тут, я не знаю. Что? Что случилось? А, what the fuck? Меня дубасит. Что делать? Что делать? What the fuck? Бегу. Куда бежать? Уничтожить дронов пока... А, уничтожить их надо было! Сдохни, мразь! Сдохни! Один. Все, мы не успели, короче. Мы еще сдохнем, что ли? Все, ясно. Надо как-то сваливать, ребята. Нужно как-то сваливать, серьезно. Стражи... О! Фух! Мы все сделали. Так. А, лист. Карита. Еще один. Дальше. Может быть, как-то материя какая-то. Не-не-не-не-не. Может быть, здесь что-то? Нет. Все продукты. Вот. Нам нужно как раз-таки это. Почему обязательно звездолет? Может, нам что-то другое надо? Так. Визор какой-то. Анализирующий визор. Система распознания существ. На F, окей. Сделаем, окей. Так, сканер. Что со сканером? Углерод есть. И энергия, наверное, углерод. Без проблем. Мультитул. Железо, защитный осколок. Боже мой, ничего не понятно. И все это нам сразу без всяких объяснений говорят. Геридий и цинк. Искать надо. Хорошо, ищем геридий и цинк. И посмотрим, что же нам. Где найти вообще этот геридий, там цинк. Такое вот слабое расщепительное все будет делать. Обнаружено место... Вот! Отремонтируйте импульсный двигатель Вот. Что? Завершен важный этап путешествия? А что мы сделали такого? Новичок! Ура! Нам что-то дали. А, смотрите, анализатор. Вот! Это все, что мне нужно. Это сканер. Это сканер, ребята. Вот, нам нужно туда идти. Потому что там, видимо, этот геридий, который нам нужен. Добывайте из почвы с помощью мультитула. Не знаю, не раз... О, у меня же джетпак еще есть.
Так, оксид, железо. Давайте железо чуть-чуть соберем еще. Чуть-чуть железо. Давай. Отлично. Так. Я же урон еще получаю, да? Ой. Нам пешком, что ли, вот так нужно до этого... Ау! What the fuck? Что? Так. Сдохни, пожалуйста. Где рот мы себе возьмем? Так, подождите. Взаимодействуй. Цинк, спасибо. Можно вот так вот все просто, да? Так. Тратуты. На ваших глазах, как я понял, нельзя это все ломать или что? Короче, нам как бы... Ну-ка. Все, корабль у нас там, я... и нам нужно, значит, за Геридием, как я понял, туда. Телепортируйте предметы, да-да-да-да-да, все, спасибо, я понял. Так, может быть, у нас здесь Геридий или еще это? Цинк? Да, цинк нам в любом случае нужен, как я понял. Платина. Это платина! Ребята, это платина. Монтируйте... Да я все понял, я все понял. Вон там у нас Геридий. What the fuck? А это что заспамнилось? Что-то очень... Опасно и... Вот, Геридий, что? Геридий, вот он! Зачем так далеко мне спавнить? Вот он! Геридий! Так он как-то странно на меня заспавнился. Вот он, у меня перегрев, кстати, был. Нам уже 200 Геридий, ребята. Так, давай, откатись немного. Все, вот так просто добывать этот Геридий, больше ничего не нужно. Странно. Очень странно. Да? Так... Это углерод у меня есть. Все. Отлично. Давайте, Геридий. Сколько мне его? Что? Почему? Я что, себя... Меня кто-то дубасит или что? Почему разрядка? На самом деле, ребята, знаете, игра более-менее такая... Я вам честно скажу, она 2000 не стоит. 2000 не стоит эта игра. Поэтому, все же, максимум, что меня может удержать в этой игре, это ваши оценки. Если... Вам тоже это не нужно, то я не буду это снимать. Я думаю, что 2000 на... я потрачу более умно, чем тратить на No Man's Sky. Пока ничего мне не привлекает в этой игре. Совершенно ничего. И 2000 это завышенная цена на эту игру, это уж точно. 2000 это не стоит. Ну что, сколько у нас Гриди уже? На 132 штучки Геридия. Это еще больше. Еще больше. Мы тут весь Геридий сломали. О-о-о, тихо-тихо-тихо. Полегче. Добываем, добываем. Все нормально. Добывай. Ой, это не Геридий был. Где Геридий? Во. Подожди, а куда, кстати, весь... Кто это? Цинк, там что-то про цинк было еще написано. Нам еще цинк помимо этого же вроде нужно найти, да? Тихо, студи немножко свое трахание. Все, весь Геридий, как я понял. Да ё-моё, думаю, в любом случае уже все. Нас из-за... Тратуты. А что ты в меня врезался вообще? Ударить, если... То есть я вот так могу, да? Круто. Я понял. Короче, из... Изотопы мне нужны. Вот так руками добывать, что ли, этот Геридий? Да ну нафиг. Нет, нам нужно изотопы какие-нибудь найти. Ну-ка. Нам нужно для расщепителя найти. А что мы будем делать, когда радиация все? Там типа будет уже кирдык. Ничего не будет у нас? Да ё-моё, вон тут было что-то. Железо. Углерод. Углерод же мы можем использовать, правильно? Или нет? Сейчас надобываем этого углерода. Давай. Тами. Как нету? Как нету? Так, стоять. Где нету? Это у нас ячеек нету или что? Инвентарь экзокостюма 12 штук. Тут у нас тоже есть место. А что, где тут нету места? Вронежка! Ладно. Мы изотопы. Как? Инвентарь полон. Где? Инвентарь полон. Что за дебилизм? Что нам выкинуть?
Титан, железо. Ну, платину или... Нет. Геридий. Ну, в принципе, у нас есть геридий 250. Еще лишний у нас есть геридий. Ну. Давайте платину, что ли. Выбросили платину. Да, в принципе, тами нам нужно. Подождите, тами, как я помню... У кого-то на стриме я видел, что там это топливо для двигателя. Цинк. Нам нужно еще цинк найти надо, ребята, так. Да, там я можно. Так, ищем еще дальше, чтобы мы потом... А, ну в принципе... Раз мы зарядили, мы же можем взять еще, правильно? Ну, еще я туплю. Да тами, да, опять? Да, ё-моё, я понял. Инвентарь полон, вот, выбросил. Куда только это выпало, я не понимаю. Так, а серьезно, куда это все падает? Ну что я буду с этой радиацией делать? Вообще, нужно найти цинк. Цинк. Что с радиацией делать, серьезно? Соберите. Все. Мне будет кирдык, ребята, мне будет кирдык. Экс-костюм. Защитный осколок. Титан. Цинк. Давайте титан потратим. Все. Это мы типа... Да, мы откатили, типа, считайте, мы немножко будем жить еще. Цинк. Все, цинк есть, возвращаемся, до свидули. Можем спокойно идти к кораблю, как я понял. А, мы отсюда можем, да? Все. Вот, да, тами как раз-таки у нас является топливом. А, заправить взлетные ускорители. Теперь, чтобы заправить это все дерьмо, во-первых, нам нужно плутоний. Плутоний, нам нужен гребаный плутоний. А тут тамий. Теперь на это все нужно находить, это все изотопы. То есть железом я, например, не смогу это дерьмо заправить. Никаким образом не смогу. Опять важный этап. Я не знаю, что я завершаю вообще. Непонятно. Ремонт звездолета. Ну ладно. Ребята, продолжим в следующей серии, я думаю, просто, чтобы не затягивать с этим всем. Мне важно ваше мнение, ребята, мне реально важно ваше мнение, поэтому я не хочу спешить с этим. Спасибо, ребята, что посмотрели этот ролик, не забывайте подписываться на канал, ставить большие пальцы вверх под этим видео. С вами был FlagGK, всем удачи, всем пока.